праздничной и волнующей атмосфере прошла на площади Святого Петра встреча Папы Франциска с юношами и девушками, готовящимися вступить в брак, передает Радио Ватикана. Встреча проходила под девизом «А радость ответа – да, навсегда». Она была подготовлена ко дню Святого Валентина Папским советом по душепопечению семьи. На аудиенцию приехали более 25 тысяч человек из 30 стран. Перед ее началом Папа опубликовал твит: «Молодые люди, не бойтесь вступать в брак. Соединившись в верном и плодородном супружестве, будете счастливыми». Папа ответил на вопросы будущих молодоженов, касающиеся прежде всего боязни принять решение на всю жизнь. Любовь, подчеркнул святой отец, подобно строящемуся дому. Этот дом строят вместе, а не поодиночке. И не на песке, а на скале настоящей любви, исходящей от Бога. Папа призвал не поддаваться культуре временного, день за днем вверяя свой духовный путь и совместный рост Господу. Навсегда – это не только вопрос времени. Удачный брак не только продолжительный, важно его качество. Важно осознавать, что другой человек – это дар Божий, за который нужно благодарить и проводить испытания совести. Ведь часто человек предпочитает обвинить другого и оправдать себя. Мы все знаем, что не существует идеальной семьи, идеального мужа или идеальной жены, не говоря уже об идеальной теще. Существуем только мы, грешники. Хорошо нас зная, Иисус открывает секрет: никогда не заканчивать день, не попросив друг у друга прощения, пишет Благовест.Инфо. Говоря о свадьбе, к которой готовится будущий новобрачный, Папа Франциск призвал заботиться не о внешней атрибутике, а о самой сути праздника, которая, сказал Папа, заключается в благословении Господом вашей любви.